Сейчас она не дура, видит, куда лететь-то. Короче, долбит вовсю. Лазит, поднимает. Ух ты! Далеко, Здорово, Серег. Ну чё, чё, выгнули, что ли? Нихуя. Давно, что ли, здесь? Чего? Оп. Это был стартовый выстрел, как бы начало охотничьего дня. Хорошо так под ней сделал упреждение, блин, наверное, корпусов 7-8. Что-то она, видать, рядышком прошла. Нам то, что на воде была утка, подняли, шугнули, она собралась и улетела. Будем ждать сумерек глубоких. Так, тебя не вижу.
высуха, блин. Готово. Не вижу. Ага. Да ты чё, ё? Куда нахуй такая высота? Вы чё? Она в стратосфере летела, ё. Лови! Бля, сук, не видел вторую, ёп. Третья упала. Червочек маленький, крикашек. Вокруг. Кружит. Серег, лови! Не вижу. Я вижу, но не буду стрелять даже. Даже не буду. Сидят вот здесь, в камышах. Я их видел, но он сейчас упадет, это тупо, я себе проблем на жопу найду и все, искать потом. Чуть было. Точно сел, прям вот, хоп, мелькнул. Блин, и вторая пролетела. Готово. Четвертое. Опа. Фу-фу-фу-фу-фу, Ну что, господа, сегодня норма. 5 штучек, 2 селезня, 2 удочки и червочек маленький. Хороший результат. 4 из 5 я выцеливал прям хорошенечко по водочку. Все упреждение, как бы на свое усмотрение. Все бито. Червочек был бит в налет, сразу же на меня вылетел. Я просто в него стволом ткнул, и он упал. Ну а пятый был битый как-то. Вижу силуэт на темном фоне. Вижу, что близко. Просто навел ствол, перечеркнул, и он бам, сразу же свалился. Но он упал, затрепыхался, я его сразу же еще одним добил, потому что мало ли занырнет. Сколько я уже просрал занырнувших, это... Ну, немного что прям, но есть такие экземпляры. В общем, терять утку неохота. Короче, я себе работенки еще подкинул, 5 штучек надо будет обработать. Ну и удовольствие получил, соответственно, большое. Стрелял все биты шестеркой, но еще были третьим, четвертым и пятым выпущена четверка, где-то я там стрелял.
Но это старые мои патроны на Сунаре 42 Magnum. Я их просто достреливаю. Они у меня уже лежат год или два, а то и да, два года. Просто надо их достреливать, разбирать лень. Да и также они хорошо бьют. На 35 грамм дроби 1.93 Сунар 42 Magnum и стреляю как бы нормально. Стрелял, ну, мне понравилось. Конечно, он не так догорает, как другой порох. Эти все были, эти патроны были заряжены на Сунар 32. Тоже у меня было немножко, я его решил добить. Ну что, так-то вот. Привыкаю к маночку, к новому. Все-таки как-то я... Еще времени нету, соответственно, там, не знаю, выделить несколько часов, подудеть. Нормально. Ну, все только на практике получается проверять. Пока так вот. И график у меня слишком плотный. Ну что, сегодня еще один удачный охотничий день. 31 августа. Сезон еще в самом разгаре. Еще в перелет впереди. Так что будет много еще, думаю, чего интересного. А сейчас всем пока. Всем удачи. Палец вверх. Подписываемся на канал. И до новых встреч. Всем ни пуха, ни пера.